Объемы внешней торговли Китая продолжают снижаться, однако темпы немного сократились по сравнению с первым полугодием 2016-го. Так, в июле было зафиксировано падение на уровне 1%. В денежном эквиваленте это примерно 2 триллиона юаней. Экспорт вырос почти на 3% и составил 1,2 триллиона, а вот импорт сократился на 5,7%. Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более 340 миллиардов, на 34% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если говорить о результатах за 7 месяцев в целом, то объемы внешней торговли сократились на 3%. Падение экспорта произошло на 1,5%, импорта почти на 5%. Тем не менее, положительное сальдо увеличилось на 8,7% и составило около 2 триллионов юаней. Среди крупнейших торговых партнеров Китая по-прежнему страны Евросоюза, товарооборот с которыми за 7 месяцев текущего года увеличился почти на 2%, в то время как объемы торговли с США и партнерами по АСЕАН упали на 4,8% и на 2,2% соответственно.